Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Ребята, всем привет, у нас Черепашки-ниндзя Легенды, новое обновление, и сегодня мы испытаем новейших черепашек против Сплинтера. Да, посмотрим, как они справятся против него. Берем максимальную сложность. Ну что ж, сначала начнем с оригинальных. Давай черно-беленьких. Да, черно-беленьких оригинальных черепашек, четверых. Ребята, если вы хотите таких же персонажей, как у нас, таких же черепашечек, пишите нашему подписчику. Ссылочка будет в описании к этому видео. Уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Так, давай смотреть. Эх, ты ж смотри, ничего себе, у нас он уже майки почти вынес. Обалдеть, Сплинтер, ты что творишь вообще? У меня даже слов нету, как так? Так, давай вспомним, вероятность вызвать оглушение. Давай хотя бы, может, оглушить его попробуем. Ну-ка, майки, в бой! Ну-ка давай, майки, бам! Так, не получилось, и контратака, и теряем слушай, майки, зря смотри, мы как прикольно они распластываются. Да, краска раскрашивается. Так, оскорбление нам не нужно, нам нужно что-то мощное. О, блокировку исцеления, нам бы блокировку исцеления вызвать, это было бы очень и очень круто. Есть блокировка исцеления, контратака, надо не забывать, что у нас контратака у Сплинтера. Не забывать, потому что это очень важно. Так, это наш Донни, вероятность блокировать способность. О-о-о. Это тоже круто. Это очень нам нужно тоже, ребята. Я надеюсь, мы вытащим этот бой. Ну, да, заблокированы способности, несмотря на то, что контратака. Это очень хорошо. Так, еще что у нас есть? Сразу 60 будет заблокирован положительный эффект. Нет, но это у нас все нормально. И вероятность уменьшить меткость. Еще и меткость, давай попробуем. Ну давай задебафаем прям Сплинтера конкретно, да, конкретно задебафаем. Ну не удалось задебафать, конечно. Но теперь есть контратака, смотри, опа-на. Контратака на контратаку. Слушай, а что он два раза контратака? А, он атаковал, да? Он атаковал. Ах, увеличивает свои. Использует. Ах ты, слушай, будет лечиться. Надо что-то такое серьезное. Вырывается из него, оскорбляет всех врагов. Давай, может, массовую атаку? Массовую атаку ухудшает уклонение. Вероятно, ну давай попробуем массовую атаку. Хорошо. Ну-ка давай попробуем, она мощная у нас. Да. Один всего давак, ребята, мы проиграем. 100%. Это реально, он еще и будет лечиться. И я не знаю, нам сейчас... нам бы фокус. Вот фокус бы снизить ему, было бы очень круто, чтобы атаковали следующие мы. Ну... Да, снизили фокус, и мы еще атакуем, но очень слабо атакуем. Ой, как слабенько, ребята. Так, это увеличенная сила атака, а сверху 60 будут заблокированы положительные эффекты статуса. Так, интересно, давайте пробовать, может быть, заблокируем что-то ему. Ну-ка. И снимем эффекты какие-то. Нет, не сработало, да, по всей видимости, способности и... Слушай, на уклонение... Ух, ох ты, слушай, добивает. Рафа. Ну все, у нас практически... Еще и подлечился, обалдеть. Так, против Сплинтера, конечно, черепашкам тяжело. Слушай, этим черепашкам очень тяжело. Ну ладно. Дружище, тогда атакуй нас, вот мы так и сделаем. Вот такая безвыходная ситуация. Я даже не знаю, здесь уже особо ничего не предпримешь. Попробуем исцелиться. Сняли отрицательный баф, но это то... Ух ты! Выносливости мимо, ничего себе. А, это помнишь, у него есть способность, если критический удар. Критический удар идет, это у Леонардо. Так, щит у нас есть, остался Донни против Сплинтера. Броня, и атаку понизил. Слушай, ну вообще нет никаких шансов, что нам очень сильно не повезло. И ух... Максимальный урон, ты смотри. Просто как в пух и прах нас разнес Сплинтер, черепашек. Да, ребята, вот так вот у нас оригинальные черепашки не справились со Сплинтером. Вообще никак. Не справились, я бы сказал, он их разнес в пух и прах. Так, ну неудивительно, это же учитель Сплинтера, он и должен быть таким мощным. Испытание не должно быть легким. Так, сейчас мы найдем 80-го левела его. Так, 3500, 3400, нет, 74-го, 3500. Да, опять 80-79-го. Не, я просто хочу подобрать, чтобы он... О, 3900. Ох, пропустил. Пропустил 3900. Так, 3600 навряд ли он там будет сильный. 3700, 79-го. 3600, 3000. Сейчас мы найдем. 3800. А ты что же... 78, вот, 3800 еще. О, 80-го, отлично, ребята. Ну что ж, берем классических черепашек, посмотрим, как они. Я думаю, что они справятся, ребята. Да, думаешь, они справятся? Я думаю, да, что вот эти черепашки точно справятся, они помощнее будут все-таки.
Ну, а опять он первый атакует. Атакует. Ты смотри, а, да что ж такое? Заблокировал у левых способности. Смотри, мы можем сразу же поднять нам хотя бы атаку, возможно, и скорость атаки, что нам даст некое преимущество. Согласен. Так, Лео атакует. Атакует, надеюсь, сейчас... Контратака сейчас будет от Сплинтера. Да, ай, жалко, почти. Исцеление на себя не повесил. Есть хил. Хилимся? Да, давайте похилимся, потому что Лео нужно все-таки да, немножко восстановить его здоровье. Но все, если он будет восстановить, если он не сильно восстановил. Да, не так сильно. Так, вот это, по-моему, повышенный дамаг. Да, увеличенная сила атаки. Пробуем? Ну-ка, поехали. Бластер, ребят. Бластер из другого. Ух ты, слушай, катится 3700. Хорош, хорош. Так, атакует у нас по Донни и, конечно же, вешает свои супер-бафы. Да, вот это... Ох, ребята, защита у него есть, и теперь нам будет очень сложно, хоть у нас и повышенная атака. Да. Я даже не знаю, что-нибудь, может быть, интересное есть, чтобы снять у него положительные бафы. Да, было бы неплохо сейчас улучшить уклонение хотя бы у одной нашей черепашки у нас, потому что 1100, да, уклонение хотя... Да все равно не срабатывает. Еще и атаку ниже. Понизил. Ничего себе, Сплинтер, ребята. Мне кажется, его еще и профиксили, нет? Его еще, мне кажется, да, реально сильнее сделали. Ах, добивает нашего Лео. Вот этот дот за Сплинтера нереально для прохождения. Так, вероятность 65 уменьшит скорость. Ну, давайте пробовать. А что первая способность? Опустошает... О, опустошает шкалу фо. А у него и так она, в принципе, на минимуме. Поэтому лучше уж последнюю использовать. Ну-ка. Один, ребята, всего лишь мы один. Ну как? Вот скажите, как против него сражаться? А, так, 75 будет заблокирован положительный эффект. Вот, то, вот, что, нам то нужно. Что нам нужно. Давай. Нет? Нет, не сработало. Ничего не сработало, ребята. Ничего не срабатывает. Кофе угостим. Давай кофе угостим. Хотя я не... шансов практически нет. 616. Всего 616. Она в ответку 400 с чем-то прилетает. Один, ну что, ну как так-то? Еще и атаку понижает, ребята, это очень печально. Сплинтер нереально силен. Я даже не знаю, впятером его, возможно, будет тяжело. Какую-то нужно команду такую неистовую, сильную. С хилом, нужна команда с хилом. Да, я думаю, чуть ли не всех хилеров нужно брать. И еще и с сильной атакой, это такой состав. Я даже не знаю, да, как... Я даже не знаю, какой состав сейчас подобрать. Можно для эксперимента сейчас попробовать взять класс самых первых черепашек, попробовать ими пройти. Слушай, я думаю, давай возьмем побольше хилеров, дамаг дилера нашего Донни возьмем и попробуем пройти. Я предлагаю попробовать другими черепашками. Ну давай, просто давай другими, другими черепашками. Давай. Вот, например, класть самыми первыми черепашками. И еще Донни возьмем, извини. Нет, именно сравнить. И ну насколько давай, пофиксили, давай. Да, потому что мы проходили ими, мы побеждали. А сейчас, неужели сравнение такое? Всех черепах против Сплинтера. Ну-ка давай, давай сделаем так. Я просто думал ему отомстить, но... Так, мы повысим уклонение. Здесь мы механизмы, тактику знаем, как лучше играть. И крит повысили, и он уже промахивается. Это отлично, хорошо. Сразу контратака Рафа, не но... очень сильно. Слушай, он сразу бафы себе положил? Да, сразу первая способность, то есть уже черепашкам сложно будет. Ну ничего, мощная атака от Леонардо. 2600. Неплохо, промахивается Сплинтер. Так, еще одну сейчас мощную атаку от Донателло. 1669. Ай-яй-яй, попал. Давай атаку повысим нашим братьям. Ну-ка. Рафи повышает атаку. Слушай, у него исцеление, конечно, проходит, это плохо. Ух ты, слушай, ну как вот такое? Слушай, такой... вот эту атаку, мне кажется, у него пофиксили. Очень сильно пофиксили, нужно срочно лечиться нам. Это какой-то неистовый дамаг он наносит, ну сразу же. Ну невозможно, ребят. Да, с одного раза, считай, выносит наших черепулек. Так, запускаем торнадо от Леонардо, оно у нас мощное, мы 2200 всего лишь. Очень слабо. Причем хорошо. Повышенный дамаг, он опять вешает на себя баф. Да, вот это сплинтер. Давай защиту повысим нашей команде. Давай. То есть мы уже, смотрите, мы полностью пробафаны. Ну, я не знаю, что еще можно на нас наложить и как его побеждать. Периодический урон. Хоть что-то. Промахивается, хорошо, но... А почему? Раньше, кстати, когда был промах, была контратака. А, это он контратаковал. Все, нормально. Буякаша, в бой. Буякаша, поехали, ребята. Ну-ка. 2900. Вот, неплохо. А где постепенный урон-то? Он есть. А, он но слабенький. Просто очень слабый. Так, надо лечиться, да? Да, лечимся, потому что можем потерять. Хорошо, у нас есть 2 хила. Да, это огромный плюс для нашей команды. А у него пол хп, мы каким-то чудом все-таки умудрились ему снять хотя бы половину здоровья. Двойная атака от Майки. Очень-очень очень слабый. Пониженный урон. Совсем плохо.
промахивается. Так, слушай. Отлично. Массовая атака, повышенный дамаг у нее. Ну, 2200. Периодический урон еще на нем висит. Слабенько, хорошо. Ну, Рафик, 1800. Слушай, ну если он сейчас бафы не повесит, то мы сможем победить. Да, у нас большие шансы, но единственное, он нам атаку понизил. И очень плохо, очень плохо. И сейчас еще с НАСА положительные бафы могут слететь. И это риски, у нас большие риски. Но что он делает? Атакует, просто атакует. И опять атакует, сейчас думал, кого-то добьет. Я думал, сейчас бафа. Я тоже думал, сейчас будет бафаться. Так, Донни, один всего. Да чтоб тебе. Атака понижена, это плохо, ребята. Тоже атака на минимуме. 229 совсем. И он постоянно понижает. Так, нужно уклонение повышать. Да, повышаем уклонение, ребята, это может нас спасти. Фух, мы зачищаемся до последнего, прям сражаемся. О, мощная атака от Лео. Ну, Лео, я в тебя верю. Давай, Лео. 6000 критов и профит. Ребята, вот, слушай, вот, ну, это, мы... вот это черепашки. Вот это черепашки, вот это показатель, да. Все-таки... Самые первые черепашки, они самые первые. Да, ребята, ну что ж, вы сами все видели, пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете вообще. Это я был... в шоке, на самом деле, да. Потому что я думал, что новые черепашки, они новые, они сильнее, мощнее, но вы видите, вот такая вот реалия у нас. Да, ребята, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на два наших канала, и до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята, пока. Пока.